Видим, на каком расстоянии? Вот видим еще мягкий знак Т и М. А если вот сюда, на уровне камеры? Видим еще мягкий знак Т и... Ага, хорошо. А если вот такую табличку посмотреть, вот эту маленькую, на каком расстоянии первую строчку видим? Вот сейчас видим еще. А вот здесь? Ну, все поплыло. Вот здесь вот. Это первая строчка? Это первая строчка, да. Хорошо. А давайте мы сейчас с вами посмотрим. Знаете, у меня плюс. Да? Хорошо. Так вот. Еще раз. Минус? Минус 8. Минус 8. Я астигматизм. Как давно эта тема у вас? Четвертый класс. Где-то февраль-март. Начало весны. Угу. И сразу на минус 4,5. Угу. Скажите, четвертый класс, это новая учительница, да, пришла к вам? Нет, я пыталась вспоминать, и, наверное, самый такой эпизод, который всплыл вот так? В таком глубоком состоянии, это эпизод театр. Нас учительница, не наша классная, из другого класса, отвела туда, и после спектакля начала расспрашивать про то, какой спектакль. Она говорила только по-белорусски и подошла ко мне и спросила, понравился ли мне спектакль. Я ответила, что ну ничего, обычный спектакль. И она меня начала стыдить, не соромно тебе глядеть в очи, что ты так Я понял. В артистах, и хорошо. Понеслось. Хорошо. Была такая тема. Хорошо, 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 хорошо. Давайте закроем глазки. Закройте глазки, хорошо. Не тяжело стоять, нет? Ну, хорошо. Хорошо. Я возьму вас за руку. Вот я, видите, аккуратненько беру. За руку. Давайте мы сейчас вернемся в тот день и час, когда это происходило. Вот в тот день и час. Это вы в театр пошли, да? Угу. В театр. Но мы давайте подойдем к Наталье, к Наташеньке. Закрыт. 1, 2, 3. Открыли глаза. Хорошо. Посмотрите. Да, по-другому как-то. О! Совсем по-другому. Абсолютно. Я стал лучше? Очень четко. Хорошо. Давайте мы это смотрели. Сереж, помнишь, на каком расстоянии? Вот здесь? Вот здесь вот. Хорошо. Смотрим. Не спешите. ВЛДЕЛ, КОДТ, ДЕ. Это какая? Вот это вот. ДЕРЕ, МКИ. Вот это? Да. А, ДЗ? А, ДЗР, НИ, ЕОЛ. Прочитайте, что тут написано. Зрение улучшается. Замечательно. А мы с вами читали первую строчку, да? Первую, а вот читаем сейчас вот это вот. Обалдеть. Есть разница? Спасибо. Спасибо. Спасибо.